Всем привет! На дворе уже осень, а это значит, наступает пора горячих, аппетитных супов. Отличительная особенность азербайджанской кухни – использование баранины для приготовления различных блюд. Готовится суп хамраши только из баранины. Также в суп входит лапша, фасоль и фрикадельки. Итак, приступим к приготовлению. Фасоль замачиваем на 12 часов, сливаем воду, промываем и отправляем в кастрюлю. Заливаем фасоль чистой водой, добавляем лавровый лист, куркуму, душистый перец и отправляем вариться до готовности фасоли. Баранину я уже перекрутила в мясорубке, добавляю черный перец, соль, яйцо и руками начинаю перемешивать фарш. Формирую мясные шарики. На сливочном масле начинаю обжаривать лук. Добавляю сахар и муку и начинаю хорошенько перемешивать. Затем добавляю воду и начинаю тушить лук. Нарезаю немного зелени, чтобы украсить суп. Как только сварилась фасоль, можно будет ее посолить. Добавляем наш пассированный лук с мукой и хорошенько перемешиваем суп. Добавляем немного сушеной мяты. И начинаем закладывать фрикадельки. Как только суп закипит, фрикадельки варим 10 минут на среднем огне. Фрикадельки уже готовы, теперь можно положить лапшу. Варим около 5 минут до готовности лапши. Суп хамраши готов. Наливаем в красивую тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу. Это очень вкусный суп, обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. А рецепт с пошаговыми фото можно посмотреть на нашем сайте, ссылка на который находится в описании и под видео. Всем приятного аппетита!